короче, хотя бы нас. А вот тем временем у нас стартовал еще один полуфинал, второй по счету. В Москве продолжается зима, и кто-то еще ищет в интернете чехлы и сумки для Зеленограда, для сноуборда и Зеленограда. Даже вот тихо.
только что оторвала ему крыло одно. Пошли. И у нас матч двух игроков из Нижнего Новгорода. Александр Ощепков и Алексей Шульев, естественно, хорошо очень знают друг друга. Провели между собой, наверное, бесчисленное количество спаррингов. Да и на турнирах на местных пересекались частенько. Александр Павлович вообще частый гость в столице. Алексей приезжает пореже, но бывает, что иногда удается ему вот так вот редко да метко, то есть приехал и зашел в достаточно неплохие, наверное, призовые. Не знаю я точного размера призового фонда. Не удосужился посмотреть перед этим матчем. Ну, в любом случае, на турнирах, проводимых ABN Billiards, к суперфиналу первенства Лиги любителей бильярда города Москвы, эта группа тоже имеет отношение непосредственное. Вот на этих турнирах, как правило, призовой фонд очень-очень неплох. Ну, сейчас я посмотрю. Да, полуфинал – это гарантированные 7000 рублей. А финалисты разыграют 32 тысячи, 20 за первое и 12 за второе. Так, Алексей Шурьев у нас сейчас в эфире ставит пирамиду. Ну вот два последних у нас играют ребята. Я только что посмотрел, что в наших титрах эта информация не отражается. Так, ну вот так вот получше. 5-5, last two. 5-5, два последних. Продолжаем следить за ходом этого полуфинального матча. Забивает Ощепков шар, но пусть вас не удивляет то, что ход переходит к Алексею Шурьеву. Александр признался, что совершил фол. Я, честно говоря, не уследил, каким он был. Было ли это касание соседнего шара, или каким-то образом он сумел дважды ударить в биток на сопровождении, скорее всего, второе. Но как бы то ни было, получает право на удар с руки Алексей Шурьев. В принципе, пребывает он сейчас в достаточно неплохой форме, он такой разыгранный, уверенно действует по кладке, не подводит его привычные удары. Соответственно, в этом матче, наверное, можно считать его фаворитом. Ну, Александр Ощепков очень такой цепкий игрок. До последнего не сдается, поэтому я думаю, что даже если у нас сейчас счет станет 2-0, еще будет рано списывать со счетов Ощепкова. Вот Алексей сделал хороший выход. Нужно чуть-чуть оттянуть, буквально там на пару шаров. Да, на расстоянии пары шаров оттянуть, и нормальная десятка, в общем, для игрока
его уровня вполне реализуемая. И, подтверждая мое предположение, отправляет еще одну десятку в лузу Алексей Шурьев, и счет у нас становится 2-0. Так, ну, вроде все в порядке с пирамидой, можно выполнять очередной удар. Ну, получилась так себе позиция. Единица. Напрямую навряд ли видно. Может быть, виден какой-нибудь малый краешек шара. Да, так и есть. Хотя вроде сделан заказ в середину. Даже пытался по выходу сыграть ощепков. Ну, в итоге повезло, что биток не упал в среднюю лузу. Так, в общем, направление было именно таким. Завис на самом краю. Ну, практически там буквально пара сантиметров оставалось. Я думаю, что они приезжают с одним комплектом оборудования на всех. Максимум игровой кий у каждого свой. А так, джампер. Если джампер хороший, что ж, почему бы всем им не пользоваться? Приходится его использовать не так часто, но вот сейчас приходится даже с помощью так называемой дротиковой техники выполнять удар. И получается все хорошо. Успешно. Шар, конечно, забить не смог, но, в общем, поставил практически полумаску такую. Напрямую шар навряд ли виден. Для игры направо в лузу, по крайней мере. Есть очень простой вариант, да, и именно его использует ощепков. Не удалось провести, поставить на тот же самый длинный борт. Да, наверное, этого не требовалось. Учитывая, что там вдоль него можно было бы достать единицу. А как сейчас получилось? Я думаю, есть все основания у Александра быть довольным своей попыткой. Обводящим ударом как раз мимо двойки и длинного борта можно было бы достать. Но придется играть через два борта, похоже, Шурьеву. Да еще вот такой очень непростой выбирает вариант. Брависсимо. Вот это подход. Очень классный удар. Доступна правая часть копеечки. Самый краешек опять, ну, предположу, вот сейчас, чтобы не мешало ничего взгляду, ощепков убирает шаблон. Наш черепахообразный. Попадание отличное. Не упадет ли биток в угол? Нет, получается, все хорошо. Там, на самом деле, можно было бы чуть-чуть по скорости скромнее, учитывая, что леска тонкая, соответственно, биток и так отправлялся в длительное путешествие. Ну, получилось здорово, еще одна маска, опять через борт. Да, опять через борт, снова достает шар. Так, ну проходит там теперь мимо. Проходит, да, между пятеркой и девяткой, биток совершенно точно в копейку попадает. Вариантов атаки прямо в середину нет. А вот дуплет вполне можно рассмотреть. Там, конечно, двойка еще так стоит. Не очень удачно не играется она никуда, кроме средней лузы ближайшей. А с такого варианта, в общем, трудно что-то придумать.
Болгары, скорее всего, назвали бы этот шаблон костенуркой. Я думаю, мы так и будем его величать. Вообще замечательная страна Болгария, много дарит нам отличных слов и товаров. Ну вот, пожалуйста, забит шар по заказу. Нет, не по заказу забит шар. Переход хода. А, вспомните болгарское отличное розовое масло. Или чудесную болгарскую ацидофильную палочку, с помощью которой, в общем, был придуман йогурт. Не исключено, что в древние века за эту культуру даже были какие-нибудь масштабные войны. За право обладания йогуртовой палочкой. Можете себе представить, обращаясь к Тимофею? Вот ввиду того, что некуда было сыграть двойку, развернулась борьба отыгрыша вокруг этого шара. Пока нет прямого удара. Ну, нет его и теперь. Даже для левши такой вариант не сильно удобен. А правше, чтобы сыграть шар, придется воспользоваться, скорее всего, машинкой. И мне кажется, именно на ее поиск отправляется Александр. Нет, играет левой рукой, не стесняясь. И попадает по резке даже. Здорово, здорово. Однако, и судя по звуку, биток упал. Довольно много шаров на столе, практически вся партия. Поэтому тут еще работать и работать. Ну, с другой стороны, в принципе, и девятка стоит благоприятно. Только вот 7 на 8, 8 на 9. Такие два перевода. Чуть маловато резки оставил себе Алексей. И вот именно поэтому, да, был вынужден сыграть такой силовой удар, заблудился, к сожалению, недооценил все тонкости позиции, и вот на ровном месте постерегла его неудача. Неожиданный подарок, можно сказать, для Щепкова. Ну, ему тоже здесь предстоит потрудиться, надо сыграть длинную прямую восьмерку. Особых вариантов выхода, кроме как остановить свой шар на месте, нет. Прокат не сыграешь, потому что восьмерка прямая, а оттягивать, в принципе, ну, бессмысленно. Тем не менее, решился на сильный удар. Может быть, там какую-то резку маленькую увидел, но, на мой взгляд, не было необходимости здесь так уж усердствовать. А теперь простая позиция для Шурьева. Все, что ему нужно сделать, это, в принципе, забить девятку. Забить девятку. Десятка услужливо расположилась возле средней лузы. Еще одна партия для Алексея. По-моему, третья уже. Да. 3-0 пока. Разминается тем временем Ильяс Хайруллин, ожидая своего соперника. Он у нас первый финалист. В принципе, достаточно многие игроки с, скажем, низкими на фоне остальных участников рейтингами. Многие доехали достаточно высоко.
начале календарного года далеко не у всех. Далеко не у всех игроков форма хорошая. Многие только что вернулись с длинных выходных. Даже не подходили к столу. В том числе и обладатели достаточно высоких рейтингов. Для многих какие-то там форы обэновские оказались непосильными. И вот благодаря этому, как я уже сказал, игроки, которые обычно получают фору, нежели предоставляют ее сами, поднялись на хорошие призовые места. В принципе, для чего и существует система гандикапов. Как раз для того, чтобы игрок, который может ее реализовать, чтобы мог этим воспользоваться и тогда тоже оказаться среди призеров. Ну, у нас, согласно нашему регламенту, в суперфинале все так или иначе получают какие-то минимальные призовые. Это награда за хорошее выступление в течение предыдущего года. Ну, сейчас сложная позиция, да, сумеет наверняка удержать биток, но, в общем, такие игры с огнем происходят. И по выходу тоже, на самом деле, слишком близко к десятке получилось выйти по пересечению зоны выхода. Но, как известно, победителей не судят. Соответственно, 4-0 в одном шаге от выхода в финал Алексей Шурьев. И если ему случится вдруг стать вторым финалистом, то нас ждет очень интересный матч. Да, и Ильяс Хайрулин, и Алексей Шурьев оба играют в быстром ритме. В принципе, и кладка не подводит ни того, ни другого. Вот Ильяс перед нами готовится к финалу. Пробовать какие-то разные варианты, в том числе и дуплеты, которые нет-нет да приходится иногда. А вот интересно, если я буду так комментировать, по-моему, это вариант. Так, еще один джамп, и снова дротиком в исполнении Шурьева. Вот с этого близкого расстояния он выполняет перескоки именно таким способом. Сейчас подвела техника. Не удалось совершить касание с единицей, шаром желтого цвета. Соответственно, это фол, удар с руки для Ощепкова. Ни одной партии пока нет в активе Александра. Надо срочно менять ситуацию, если он по-прежнему еще рассчитывает оказаться вторым финалистом нашего сегодняшнего турнира. Четверка. Не могу сказать, проходит ли мимо восьмого. Я пока бы сказал, что нет. Но трудно оценить, мешает ли черный шар. Да вроде как не мешает, на самом деле проходит четверка. С верхней камеры это хорошо видно. Даже несмотря на некоторые наши бочкообразные искажения, здесь можно уверенно сделать такой вывод. А выходит Александр, ну, скорее всего, держал в уме угла среднюю лузу, ну и в угол, в принципе, здесь тоже играется. Другое дело, что... Да нет, можно играть, на самом деле, смело на прокате в угол. Не знаю, почему об этом совершенно не думает Ощепков. Немножко, наверное, зациклился чуть-чуть на том, что делал выход на середину, поэтому в среднюю и играет.
На самом деле, я бы здесь предпочел сыграть в угол. Тем более, что видите, как получилось опасно. Чуть-чуть не завалил биток в середину опять. Ну и, в принципе, все равно позиция не очень хорошая. Играть необходимо сильно, чтобы поднимать биток от короткого борта. А попасть можно лишь только по самой верхушке битка. В общем, есть риск ошибиться, тем более ставят мост на борту. Высокий бортовой упор. Да, ки задирается под углом, соответственно, еще и по позиции так получилось, что не везет. Был расчет на то, что шестерка, может быть, как-нибудь станет неудобно для Шурьева. Но нет. Почти прямой шар, но здесь нет необходимости пытаться привести биток близко к черному. Ну, просто сыграть надежно вкладку. Нет, все-таки Алексей решил сыграть в накат. Ну, на самом деле, посмотрите, не очень сильно изменил от этого положения битка. Точно такой же длинный удар. Точно так же стоит возле борта биток. Ну, вот по кладке все здесь безупречно. И это, похоже, будет финальный аккорд в нашем полуфинальном матче. Вот так вот. Решил еще немножко повеселить наших зрителей Алексей. Вот только что после таких серий хороших, уверенных ударов взял и дал мимо, прям-таки скажем, дармовейшего. А это ведь договорняк, подсказывает Тимофей. Похоже, да, ребята ставили на то, что в этом матче будет сыграно не менее 6 партий. Рассмотрим вопрос о дисквалификации нижегородцев за сговор. А еще надо допинг проверить. Еще прямо сейчас, да, проверим на допинг. У нас вон недалеко кабинки для сдачи анализа. Тем более, что сейчас антидопинговое агентство свирепствует в отношении игроков из России, спортсменов из России. Соответственно, я думаю, что не светит ничего ни тому, ни другому. И в этот раз Владимир Николаев уже не будет вступаться с высоких трибун. Там горит. Там горит Петрополит. Инвалид. Петя Катей гладит Радий. Просто так, забава ради. Ну, он нашел, да, мне прислал. Не, в похожем стиле я ему однажды, мы видели вместе, это самое, есть такой питерский какой-то там художник такой, тоже тот самый, Гавриил Лубнин. Вот у него вот такая вот целая, вот такая пачка открыток такая на тему вот этих вот похожих лобков, но не такие, конечно, не такие совершенно отвязные, а такие прикольные, то есть тоже типа там мужик собаку растил, растил, вырастил и отпустил. Вот. И все тут нарисованы в таком же клубочном стиле. Я ему целую пачку подарил однажды. То есть они вообще угарные. Сейчас, к сожалению, редко где можно найти в продаже, потому что у них еще одна вышла серия. Блин, я бы с удовольствием еще купил и почитал. Александр Щепков получает фору. Два последних шара. По-прежнему он находится у стола. Фору-фору. Да, ласту. Продолжаем обмениваться репликами с Тимофеем.
А попадание в шар есть, а будет ли касание борта? Нет, касания борта не случилось, это фол. Это фол и возможность для Шурьева все-таки зафиксировать победу. Что такое фол последней надежды? Последовал вопрос. Ну, отвечаем на поступивший вопрос от наших зрителей. Если вспомнить, что есть мыс доброй надежды, то фол последней надежды, это надо, чтобы надежда была последняя. Чтобы, во-первых, она была последняя, чтобы ее звали Надежда непременно. И, естественно, чтобы она упала. Потому что тогда американцы, которые смотрят на эту картину, скажут «фол». Вот что такое фол последней надежды. То есть это, исходя из того, что я сказал, событие очень редкое. Ну вот, совершенно петлевую маску поставил Алексей Шурьев. Просто петеля. По-другому не скажешь. Я думаю, что Нильс Файн не сумел бы выйти из такого положения с достоинством. А вышел бы без достоинства. Ну, Нильсу, в принципе, достоинства уже и не нужно. Дети у него есть. А так и есть. С Нильсом. С Нильсом Бором. Ну, кстати говоря, вот я вот сказал, что вообще такой игрок бойцовского склада не сдается. И нашел вариант достаточно интересный через два борта. 1-2, их не получилось, да, чуть-чуть. Ну, там сложно, конечно, даже если бы он давал вращение. Здесь пока у нас вот новое сукно еще на бортах не обтерлось, поэтому боковые вращения, порой даже очень сильные, схватываются иногда неохотно. Так, 6 шаров на столе. Все их необходимо забивать Шурьеву. Именно это количество шаров отделяет его от победы все-таки в этом полуфинале, которое пока еще не ставится под сомнение. Кстати, надо бы поставить Тимофея нам цифру 1 возле фамилии Ощепков, так справедливости ради. Промахивается Шурьев в позиции, которая того не требовала. Это попытка дуплета по отыгрышу. Ну, в принципе, получается. Уж, по крайней мере, атаки точно не оставил. Шар даже очень может быть бортовой. А вот один зубодробительный дуплет от Алексея Шурьева, который все-таки открывает ему, похоже, путь к победе, если он только прямую десятку в середину не даст мимо. Или в угол. Или девятку. Но все-таки поцелил девятый шар чуть подольше. Это не помогло. Это не помогло. Но на самом деле...
шутки шутками. А если Щепков выиграет еще и следующую партию, то уже забоевеет. 4-2. Не хотят ребята отпускать нас пораньше. Думают, уж раз приехали в Москву, надо сполна использовать шанс поиграть на хорошем оборудовании. Даже не то, что продленку устроили, а целую группу продленного дня. Ну, заявление в ВАДА уже отправлено в любом случае. ВАДА. Результаты пробы А будут известны через неделю. Вскрытие пробы Б, возможно, и не потребуется. А сейчас, наверное, где-нибудь в далеком Нижнем Новгороде братья Алексея Шурьева смотрят и... Уже... Иголки втыкают само собой в куклу Вуду, да, но еще и отправляют ему гневные смс-ки наверняка. Кстати, Тимофей, я думаю, что не до конца, в общем, исследовано на самом деле европейскими, в частности, игроками, да и всеми в пул возможности применения культа Вуду в спортивной практике. Закапывание курицы в лузу, да. Или хотя бы использование маленьких кукол с иголками. Такой даже комплект можно прямо с собой возить. Ну да, надо предложить Симонису, чтобы они выпускали этот комплект. Да, было бы интересно. Фирменный комплект куколок Вуду от Симониса. Там набор топовых игроков европейских будет, правильно? Там куклы Вуду, вот эти вот куриные кости, которые закапывают за воротами. Не, учитывая все-таки, что Симонис это у нас шерстяная мануфактура, я думаю, что кости ей будет трудно производить. Потому что, в общем, известно, что часть этих манипуляций и приемов наверняка работает. Удар по отыгрышу не самый, честно говоря, хороший. Половина правая, по крайней мере, точно открыта. Да еще и дуплет оборотный, в принципе, можно сыграть. Она можно в лоб. В лоб свой на месте. Да, заказ интересный. Так и будет играть через три борта. Но, честно говоря, там и близко не было похоже, чтобы пятерка упала в эту самую середину. Вот на всякий случай делается заказ нередко в десятке. Просто... Его обратно надо включить или нет? Зачем это? Ой, Боря тут появляется. А, хорошо, а то я случайно локти мне буду. И товаров пропало. На 200 тысяч. Сразу все там и вынесли. Магазин пустой, включает свет. Ничего нет.
как мне видится, надо бы было бы скатывать шестерку, а Александр играет под низ шара. Да, этот вариант тоже работает. Ну, после такой шестерки, в общем, надо добирать позицию, опять-таки, учитывая, что ему выход на 10 делать не нужно. А достаточно будет всего лишь девятки. И вот то, о чем мы говорили. 4-3 уже замаячило. А там еще и вдруг, если удастся совершить разбой результативный, то и контровую внезапно можем мы увидеть. А напомню я вам, что Алексей Шурьев при счете 4-0 не забил десятку, которую, наверное, еще долго будет вспоминать. Дуплет. Да, только вариант сыграть дуплет в середину выбирает именно такое предложение Ощепков. Сделан заказ. Для него этот шар победный в партии, в том случае, если будет забит по заказу. Уверенно. 4-3. 4-3. Камбэк. Орел. Не орел. Символ даров. Орел ты соголов. Двоечка проходит при желании по борту мимо третьего шара. Ну, в принципе, выход нужно делать именно в эту зону, а не в обратную. На полчаса они припозднились. Да, вот все внимание Ощепкова было уделено вращению левому, которое требовалось для того, чтобы поближе к длинному борту привести биток. И, как говорится, забыл забить в этой ситуации. Да, ну то Алексею пришлось рассчитывать на то, чтобы вывести биток в эту самую малую зону. Она по размеру не превышает 1,5 диаметров шара. Придется играть через борт, и в принципе там просматривается траектория. Даже, скорее всего, забьет шар, да, так и есть. Хороший удар, молодец. Ну там, в принципе, не было это на самом деле слишком уж сильным ударом. Другое дело, что игрок этого варианта может вообще и не видеть. В том случае, если не обладает достаточно большим багажом бильярдных знаний. Так, ну вот шестерка стоит, мягко говоря, неудобно. Есть, возможно, вероятность сыграть в разрез, так чтобы биток одновременно коснулся шестого и восьмого шара. Тогда это не будет нарушением правил. Вот, есть, конечно, варианты дуплет, в конце концов, сыграть. Но там зона выхода такая очень небольшая.
откуда можно было бы играть дуплет. Напрямую, да, играет шестой. Да, конечно же, потребуется внимание судьи. В принципе, вот я вам скажу, отсюда, как я сижу, я не вижу варианта попасть в шестерку по резке раньше, чем в восьмой шар. Ну, тем интереснее будет посмотреть. Нет, все хорошо, здесь при помощи небольшого отброса сумел все-таки довести до лузы по той резке, которой не было. Ну что, поднимать надо биток, проводить между десяткой и восьмеркой на обычном нормальном ударе. Высоковато, чуть-чуть поднимает Шурьев, учитывая, что он еще и левша. С того борта левша играть неудобно, резко неприятно. Ну, справляется, тем не менее, отлично. Так, через середину можно играть. Конечно же, можно и через угол, но середина была бы даже, может быть, более предпочтительна. Вот теперь перед Алексеем почти такая же десятка, которую он дал мимо три партии назад. Та была даже попроще. Поэтому берет паузу. Понимает, что уже шансов больше своему сопернику давать не имеет права. Да, и все-таки забил десятку. Получает поздравления от земляка. Ну да. Неплохо, тем не менее, да. Александр молодец. Александр молодец, Алексей тоже неплох. Что же, ждем финала. Надеюсь, что во время финала кто-нибудь составит мне компанию на комментаторской позиции. Партизан Олегович. Предлагают белорусский партизан, но посмотрим. Скоро встретимся снова.